Члены группы «Ак-Жайык Адалдык Алаңы» вновь выехали на рейды. На этот раз в рамках государственных программ проведен мониторинг арендных и модернизированных жилых домов. Выслушав жалобы жителей, обсудили пути их решения. Подробнее в нашем следующем материале. В ходе совместного рейда сотрудниками проектного офиса «Ак-Жайык Адалдык Алаңы» и Департаментом агентства Республики Казахстан по борьбе с коррупцией по Западно-Казахстанской области были заслушаны жалобы жителей дома. Главная цель – обеспечение прозрачности и учет мнения каждого жителя. Дом 120 по улице Мункиулы был построен и сдан в эксплуатацию 2 года назад. В новом доме были предоставлены квартиры во временное пользование жителям аварийных домов, а также воспитанникам детских домов. КСК собирает оплату только за обслуживание лифтов. Состояние подъездов и двора дома в плачевном состоянии. Мы жалуемся на окна. Постоянно дует с окна. Например, у нас дома вообще холодно. Даже уже сейчас осень, когда сильный ветер, у нас этот дом холодно. И когда дожди, почти балкон, и через этот окна у нас дождь прям уж домой поступает. Короче говоря, все эти подоконники этот мокрые бывает, окна и двери. Двери тоже. Члены группы мониторинга, выслушавшие жалобы населения, заявили, что доводят информацию до руководства и контролируют их исполнение. Если будет нарушение от застройщика, если дом еще не истек от гарантийного срока, будем предоставлять все вот эти нарушения уполномоченным органам, которые в скором времени будут устранены. Жильцы должны будут написать заявление в ЖКХ, вот отдел ЖКХ, и также акимат города Уральск. Вот. И соответствии этого заявления будут приниматься меры. Члены группы обсудили состояние 5-этажных домов по улице Ихсанова и Кирдыры после модернизации. Прошло более 40 лет со дня постройки 2 домов, поэтому во время дождя воду буквально собирали ведрами. В прошлом году отремонтировали кровлю, жители остались довольны. Проблемы были ужасные у нас. Сильный снегопад был в этом году. У нас в 3 местах получается первый раз. А между 4-м и 5-м подъездом у нас рухнула крыша. Ну, КСК Федор Васильевич, он пришел, он сделал. Крышу 2 домов отремонтировала одна подрядная компания в рамках программы модернизации. Жители домов в течение 5 лет должны производить оплату согласно заключенного договора. То есть оба дома были проблемные. Люди пошли охотно в эту программу, значит, быстро подписали договора, вот быстро они, значит, дали согласие, потому что другого способа как бы поправить такое тяжелое состояние этих конструкций было невозможно. Вот. Делали мы эти дома осенью в прошлом году. Вот где-то мы сентябрь, октябрь, в ноябре мы закончили с оба дома. Ну вот никаких нареканий, никаких замечаний до сих пор не было. Зиму они уже перезимовали, дожди все прошли. Ну, то есть вот люди довольны. Представители проектного офиса «Ак-Жайык Адалдык Алаңы» и Департамент по противодействию коррупции будут и дальше проводить подобные рейды. Это будет способствовать усилению прозрачности и подотчетности перед обществом.